Виды жилья в Грузии. Какое жилье предпочитаем мы и что нам предлагали при поиске жилья? Итак, какие типы существуют? Видов жилья достаточно много, начиная от хостелов, отелей, заканчивая шикарными виллами, коттеджами и домами. Что предпочитаем мы? В основном мы бронируем квартиры на сутки, комнаты, часть дома или целый дом. В основном я путешествую с ребенком, нас двое. В частности, когда папа не с нами в поездке, нам не нужны шикарные большие просторные апартаменты. Мы бронируем небольшие уютные квартиры-студии. Нам этого вполне достаточно. Где мы снимали квартиры-студии на территории Грузии? В городе Батуми, в городе Тбилиси. В поселке Уреки мы снимали комнату в доме, в котором жила непосредственно хозяйка и ее семья. И также в Уреках, когда к нам приезжали в гости друзья и родственники, мы снимали часть дома. Когда мы путешествовали по всей Грузии уже большой компанией, когда к нам присоединился и папа, и еще родственники, мы снимали уже полноценно квартиры. А теперь предлагаю ознакомиться с местами, где мы жили. Эту комнату мы арендовали в гостевом доме. Дом находится в Махинджауре. Для тех, кто не в курсе, раньше это был отдельный поселочек, а сейчас уже Махинджауре входит в Батуми как район. В комнате полностью новый ремонт, кухня отдельно. Стоит такая комната в сезон от 50 лари за сутки. Каждый вечер, приходя домой, хозяйка нас угощала вкусным ужином. По-моему, мы платили то ли 20, то ли 25 лари. Следующие апартаменты, где мы жили, это квартира в городе Батуми на улице Джавахишвили, недалеко от торгового центра Батуми Молл. Квартира после ремонта, в ней никто не жил. В старом пятиэтажном доме, одна спальня при входе. Сейчас проходим через коридор. Кухня, гостиная, балкон. Мебель простенькая, но новая. Плита новая. Вся кухонная утварь имеется. Второй этаж. Большая сушилка. Наши чемоданы и вот еще одна спальня. Вечером спаленка зашторивается занавесочками, создается некий такой будуар. Очень уютно. Эта квартира полностью соответствует критериям, которые я уже рассказывала в другом ролике. Это первое местоположение, идеальное, рядом торговый центр. В нем же большой продуктовый магазин Goodwill. Далее для любителей Макдака есть Макдональдс. Рядом замечательное кафе с вкусной домашней едой. Вот. И самое главное, что в шаговой доступности к морю.
Маршрутка 31-я проезжает, то есть она едет до ботанического сада. Все автобусы, все это рядом. И самое главное, что дальше подходит под критерий тишина. Удивительно, что в центре, рядом с цивилизацией, но очень тихая квартира. Мы арендовали уже практически не в сезон. Нам она обошлась около 100 лари в неделю. Это очень-очень дешево. А в сезон, конечно же, будет намного дороже. Следующая квартира-студия на улице Чавчавадзе в новом доме. Квартира свежая, красивая, уютная, небольшая, 54 квадратных метра. Больше двух человек уже будет немножечко тесновато. То есть она идеально подходит для двоих. Вот такая кухня. Также вся утварь, тарелочки, ложечки, вилочки, все есть. Микроволновка есть, чайник есть, новый холодильник. Эта квартира обошлась на 25 долларов в сутки. До моря от этого дома далековато идти, но тем не менее можно и подъехать, и прогуляться где-то около 20 минут. Вот такая уютная гостиная. Если не ошибаюсь, 18 этаж. Очень уютная, красивая спальня. С большим шкафом, красивыми люстрами, потолками. Балкон немножко опасный. Федю туда не выпускала. Только для сушки белья. Даже мне было страшновато на этом балконе находиться. Вот видите, со спальни можно перейти в гостиную. На балконе две двери. И с гостиной можно, и со спальни, как бы по кругу ходить. Вот такая маленькая уютная квартирка. Самое первое заселение в городе Батуми, это была улица Кабаладзе. Также новый дом, квартира полностью-полностью новая, абсолютно с новой мебелью, техникой и так далее. Итак, это спальня. Спальня с подвесными потолками, с новой мебелью, с пылесосом, со всеми полотенчиками, утюгами, и все есть. Вид на спальню и на кухню. Это также маленькая квартирка-студия. Все, что необходимо для готовки, все есть. Новая стиральная машинка. Очень понравились тарелки, чашечки. Видно, что у хозяйки хороший вкус. Это наши чемоданы уже на выход. Перед выселением, когда мы ожидаем хозяина, я быстренько снимаю, что мы оставили все в полном порядке, что все работало, что ничего не было сломано, все было чисто. Поэтому съемка такая сумбурная, быстрая. Эта студия нам также обошлась 25 долларов в сутки. Жили мы здесь, по-моему, 4 или 5 дней. До моря минут 10 пешком. Рядом в 5 минутах ходьбы Вилмарт.
рынки, арбузы, дыни, опять же, автобусы, очень даже неплохое местоположение. Так, здесь вид на Батуми, на город Батуми. Как видим, конечно, много стройки, есть обычные здания. В общем-то, в принципе, и здесь также есть вторая дверь. Можно зайти в спальню. Вот мы можем вот так вот. Оп. Так, сейчас я покажу с этого вот. В принципе, очень чистая, действительно новая. После ремонта с кондиционером все красиво, все очень-очень-очень здорово. Следующие апартаменты – это часть дома в поселке Уреки, который мы снимали на 5 человек. Зашли в домик. Здесь гостиная, кухня и туалет с ванной. Выходим из туалета. Идем по лесенке на второй этаж. Сразу тут еще один туалет. Гладильная доска и две спальни. Они абсолютно одинаковые. За исключением того, что здесь нет балкончика, а во второй спальне есть. Кровать достаточно удобная, ничего не скрипит, постель очень хорошего качества, тумбочки, все мебель, все новенькое. И последний вариант. Я бы хотела показать город Тбилиси. К сожалению, съемка не сохранилась, всего лишь пару кадров. Этот сказочный домик находится прямо в центре Тбилиси на старинной улице. Это угол дома, 4 этажа. Первый этаж это прихожая, второй этаж это гостиная, третий этаж это спальня и четвертая еще одна спальня. Апартаменты просто супер шикарные, очень в них есть некий такой колорит, уют, такая загадочность, всевозможные предметы декора, видно, что все со вкусом. В общем, было очень интересно пожить именно в таком месте и в таком доме. А стоили эти апартаменты, по-моему, $50 в сутки. Итак, я ознакомила вас с 6 вариантами жилья, с ценами и качеством самого жилья. Все варианты были арендованы через сервис Airbnb. Поскольку ролик получился продолжительным, мы посмотрим в следующем видео, что именно предлагали нам риэлторы при поиске жилья. Thank you.